Я часто слышу, мог бы на космический корабль попасть. Поймите, все мы уже живем на прекрасном космическом корабле «Земля». Всем привет! Я сейчас спущусь! Это ребята из лютеранской церкви Святого Петра. Я Себастьян. Добро пожаловать в будущее. Бабушка моя. Она говорит, есть традиционный образ жизни, а есть независимый, в стиле Бакминстера Фуллера. Каждый новый эксперимент приносит человеку новые знания. А старушка типа хозяйка твоя? Она мой опекун. Следит, чтобы я жил правильно. Ух ты. А что ты такое слушаешь? Надеюсь, ты к такому готов. Себастьян, что ты там бормочешь? Да, ничего. Прости, бабуль. Привет, Себастьян. Это моя сестра Мередит. Как видишь, отстойная деваха. Расскажи мне о панке. Вот, держи, медиатор. Пропивай. И где же ты был? С друзьями гулял. Зачем тебе столько таблеток? У меня чужое сердце. Не перенапрягайся. Я сам решу, выдержит мое сердце или нет. Ты не боишься умереть? Конечно, нет. Соберем свою группу. Куда собрались? Только папе не говори. У нас суши. Сейшен. Уверенный дебют. Что с тобой творится? Ник Офферман великолепен. От всего мира их не уберешь. Клевое место для ночной тусы. А что это такое? Вечеринка до самого утра. Эйса Баттерфилд, Алекс Вулф, Ник Офферман, Мод Апатоу, Эллен Дерстин. Баки, если бы ты мог перенести нас в будущее, каким бы оно было? Дом завтрашнего дня. Я изменю весь мир. Какой же ты чудила. 27 апреля.